Что такое современная белорусская армия, в чем ее главная сила, насколько разнопрофильны войска, каковы перспективы продолжения службы и прочны предоставляемые государством социальные гарантии. День призывника позволил юношам узнать больше о службе, которая ожидает их уже совсем скоро. Традиционное мероприятие прошло в рамках очередного весеннего призыва на военную службу. Здесь собрались юноши, которым будут вручены персональные повестки для убытия, для прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах Республики Беларусь, органах пограничной службы, МВД и других воинских формирований. Буквально со 2 мая начнется отправка юношей для прохождения срочной военной службы. Современная белорусская армия – это мощный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Подготовка военнослужащих ведется по двум направлениям – теоретическом в оборудованных классах и практическом на полигонах с разными видами местности для того, чтобы отрабатываемые задачи были максимально приближены к реальным условиям. Кроме всесторонней военной подготовки, армия – это еще и школа дисциплины, ответственности, выучки, которая обязательно пригодится и в жизни на гражданке. Мы комплектуем более 30 команд различных, скажем, войск и формирований, около 200 призывников. Пополнить ряды, скажем, молодое пополнение, пополнить ряды вооруженные силы и других воинских формирований. Родиону Кацюбе армия позволила реализовать мечту. В свое время юноша пробовал поступать в профильный военный вуз, но не получилось. Несколько лет молодой человек готовился, занимался спортом. И вот он идет за мечтой – служить во внутренние войска. Призываюсь я в город-герой Минск, воинскую часть 5448, внутренние войска, Министерство внутренних дел. Служить буду с честью, с гордостью и с расстановкой. Завершилось торжественное мероприятие вручением повесток на службу, а также экскурсии по территории учебным кабинетом 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. К слову, присягать на верность родине эти юноши будут уже в июне.